Итак, ваш выход, маэстро. Все, готово. Двух режиссер готов подключить. Давай мы сейчас. А что не достали до сих пор? Ждали, ждали. Все, времени, говорят, мало, поэтому нужно быстро. Ну, на пару песен хватит. Да, на пару, конечно. Давайте, вставайте. Ветка будет нужна. Стулья надо организовать. Вот сейчас организуем. На, бей. Кто играет? Я играю. Ты играешь? Ну, конечно. Она почти настроена. Что там не хватает? Все, давай на сцену. Давай на сцену. Вперед на сцену. Ты будешь сидеть или что? Ремня нет. Ты где? Так. Стойку под тебя. А тебе подключаться надо или гитару или нет? Надо. Так. Куда? А? Ну я не знаю где. Вон он, Джек. Вон звукорежиссер. Вон звукорежиссер. Не понял. Какую тебе гитару? Нет, под гитару. А это не он? Нет. Я вообще не знаю, куда он подключается, какую систему. Вот какие-то. Они все отключены. Ребят, а гитару каким штекером можно подключить? Понял. Здесь на сцене есть какие-нибудь штекеры? Куда можно гитару подключить? Мы своими подключаем. Как? Александр Кисель разрешил сейчас исполнить несколько песен. Да. Как тебе? Ой-ой-ой. Всем доброго вечера зрителям канала «Глобальная волна». Я Макс Андрюшин, спою сейчас несколько своих песен, а специально для вас, собственно, сочинили. Первая песня называется «Рубака». Да люди говорили, вокруг земля стынь, да в грудь меня убили, вокруг земля стынь, да в грудь меня убили. Ты прости, прости меня, родня, да милые, простите. Не вернете вы меня, как он спомните, не вернете меня, да так вот помните. Ты прости меня, родная мать, ты прости меня, отец, мне, увы, уже не встать. Да умер молодец, мне, увы, уже не встать. Да умер молодец. Больше мне не быть
быть отцом, да и не быть мне мужем. Я предстану пред дворцом, да голый безоружен. Я предстану пред дворцом, да голый безоружен. Эх, попрошу я у него, да счастья для сына, жил, что больше моего. Да не убил безвинных, жил, что больше моего. Да не убил безвинных, я чтобы рожь всегда была. Да в закромах христианских все, за что я воевал. Да было мало мальчики, все, за что я воевал. Да было мало мальчики, я, чтобы верная моя жена, да не убилась с горя, чтобы верный конь гулял. Да у меня в подворье, чтобы верный конь гулял. Да у меня в подворье. Ты прости, прости меня, родня. Да, милая, простите, не вернете вы меня. Да так хоть помяните. Ну, как-то так. Мы вспомним старенькую апрельскую песенку. Я думаю, вам будет приятно ее послушать. Обещал исполнить, которую вы репетировали. А? Которую вы репетировали. Нет, мы его уже сделали, уже когда полностью приготовим. Вот. Так мы стираемся морально, тогда мы ее сыграем. Хорошо?
Да, спасибо. Всегда. Да. Ну, хорошее преображение из перехода в клуб. Как оно? За сутки. Прошли сутки. Ну, сутки сутками, я понимаю. Так, и гитара включается, надо громкость убрать. Еще не отключил. Все? Все, можно. Разогретые пальцы. Пальцы не разогреты, ты слышал? Пальцы не разогреты. Аккордами было играть, Максим. А? Аккордами надо было играть. Да, блин, ну очень чеки. Винтами начал херачить. Кого? Ну, в целом очень хорошо все звучало. Мне потом понравилось. Даже. Да? Все нормально? Хорошо, все хорошо? Да, звучало хорошо. Ну, а голос как? Не трогал? А почему только две песни? Очень хорошо. Вот ты был, мы уходим. Да не, как-то морально еще проработал. Да, я понял. Слушай, ну главное попробовали, что можно выйти, тряхнул стариной, опробовал. Ну, надо еще... Лиха беда начала. Надо периодически на этой гитаре гонять, чтобы пальцы... Ну, пальцы заметил, да, отвыкли. Слушай, немножко. У нас на Волгоградском проспекте 1000 квадратных метров сейчас простаивают под стройкой. Должен быть концертный зал. И что? Там выступить, записаться специально. С акустикой со своей, чтобы там эхо стояло. Да? Это хорошо для акустики? Ну нет, если голос такой, если хорус добавляешь, как типа большое помещение, там же отлично, звук, приходи. Там же звук. Ты ну, тренированный, там так же холодно, как на улице. Это бетонный цех такой. Ну если минус один будет, пожалуйста, можно прийти. Да, да, минус один, да. А если там минус 15, минус 20, там не, уже не. Пальцы это самое, офигеет. Так, ну что, можно двигаться? В принципе, да. Материал отсняли. Ну, нам надо еще успеть на метро. Сейчас, секундочку, я узнаю, что тут Александр Кистель. Итак, дорогие друзья, мы сейчас наблюдали фактически в прямом интернет-эфире, как вот происходят чудеса. Вчера человек еще пел в переходе, а сегодня Александр Кисель предоставил ему площадку, возможность выйти на сцену и спеть песни, и вы это увидели. Так, ну, скажите, что происходит сейчас на площадке? На площадке в настоящее время происходит затишки, и необходимо из затишки прервать бурей новых артистов. Хорошо. Ну все, стоп снято, наверное, да? Да. Наверное, пока стоп снято.